можно часами разглядывать. И после увиденного здесь мне захотелось открыть свой музей. Утюжок такой не видел еще. Прикольный, как-то он интересно работал. Привет, друзья. Сегодня у нас не получилось выехать в район, чтобы снять интересные деревни. И поэтому я решил вам снять видео из города. Сегодняшний фильм будет совмещен с уроком истории. Я вам буду показывать разные исторические предметы, а вы будете отвечать на вопросы, каких это годов предметы, для чего использовались и как назывались. Так что садитесь поудобнее, берите ручки, листочки и дневники. В конце я вас буду спрашивать и ставить оценки. Поехали. Ну что, заходим мы в это удивительное место, где очень много старых интересных вещей. Что мы тут видим сразу? Наковальня старинная, швейная машинка. Старинное зеркало. В общем, сейчас начну вас спрашивать. Вот, говорите, как это называется штучка. Это все знают. Что у нас тут? Утюги интересные. Бычки старые. Вот какая-то штучка непонятная. Пепельница. Какие-то обезьянки одинаковые. Какой-то подковы. Ух ты. Интересно, блин. Обещал слово «ух ты» не говорить. Вот какая-то интересная подкова. Я такой что-то не встречал. Как думаете, от чего такая необычная? Замочки от самовара. Ух ты. Ножницы. Фонарик. Не знаю, куда смотреть. О, интересная штуковина. Это тоже все знают. Кадила старинная. Видно, что лежала земля. Похоже, откопали ее. Игрушка советская. А вот интересные фонари. Кто скажет, каких это годов фонари, для чего использовались? Я, честно говоря, сам не знаю. Возможно, железнодорожные. Так, вот у нас штучка интересная. Как думаете, что это такое? Для чего использовался? Прикольно. Вот у нас тут самовары в изобилии. Машина, каски, чугунки. Еще раз каска в хорошем состоянии. О, гири сколько. С колес точно можно телегу собрать. Ух ты, машина какая старинная. Жалко, что в таком состоянии разбитом. Я недавно находил, кстати, машину в хорошем состоянии. Вот это немножко убитая. Что тут нашел? Интересное, что это у нас такое? Какой-то, наверное, кинжал-лопата, что ли. Гирьки. Утюги. Там еще навалом. Да. И здесь. Ух ты, даже лапоть есть. Целый. Огромная коллекция утюгов, гирек. Вот тут можно часами разглядывать. Утюги, ух ты, гармошечка интересная. Как называется?
Непонятно. Интересно, каких годов она, где ее делали. Какая детская прям маслобойка. Кувшины у нас тут опять, гирьки, утюги. Глаза разбегаются. Вот прикольные чаши для весов. Очень редкие. Такие чашки очень сложно найти. Но здесь очень много таких. Ух ты, кувшин какой. Прикольный. Вот это я попрошу коллекцию себе. Кувшинчики собираю, потом отложим, спросим, потом до суда дойдем. Пока здесь положу. Так, старинная мебель у нас тут прикольная. Вот и все. Так, пойдем дальше. Здесь у нас куча весов. У меня такая же кучка есть. Вот там много утюгов тоже. Очень много. Тут даже разгребать не надо. И так навалом всего. Кирка. Ух ты, у нас тут огромная куча гирь. Просто их целый спортзал был, наверное, здесь. Спортсмены занимались. Интересную штучку нашел. Вот скажет, что это такое могло быть с дырочкой. Интересно. Так. Идем дальше. Бутыли у нас какие тут. Колеса. Мотоциклы. Какая-то резина интересная. Вот створочка интересная. У меня что-то наподобие есть. Побольше, конечно. Телеги. Какие-то верстаки. Ух ты. Утюг интересный. Тула. Что-то Тула, Саратов написано. Привет всем из Тулы, из Саратова. Так, что у нас тут? Запаски огромных размеров. Велики. Ух ты, сколько машиночек тут. Что-то не замечал. Современные все. А вот прикольная штучка. Отсеялки акционерного общества завода Беженец. Интересные колеса. Ух ты, смотрите. Есенин. Чего тут? Ой, чуть не упало. Придется купить эту штучку. Вот и первая покупка у меня. Ладно, хоть успел вам запечатлеть ее на видео. Так, 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 так. Настроение что-то не упало. Ну ладно, не подам виду. Колокольчик прикольный. У нас тут мебель. Вот санки даже есть. Гончие санки. Еще швейная машинка, уже на 10-е по счету. Ух ты.
чужок такой не видел еще. Прикольный, как-то он интересно работал. Странной какой-то формы. Гирьки. Опять десятки утюгов. Интересная штука. Это когти какого-то тигра, что ли. Двойные, вот видите, тоже еще. Чесалка, наверное, спину чесать. А. Сейчас попробую, почешу. Вон потом. Классные штуки. Вот у нас опять тут куча гирек. Кувшинов, обалдеть. Чего только нету. Так, вот интересная штучка. Угадайте, от чего это? С надписями. Звезда. Это откопанные вещички. Отстворка от иконы. Крестик. А вот, кстати, шарик интересный. Непонятно чего. То ли ядро пушечное, то ли еще что-то. Какой-то элемент. Ну, точно, я думаю, не подшипник. Так, пойдем дальше, посмотрим, что у нас там старого. Подстаканники. Или для стаканов. Непонятно. Ух ты. Какой ключ у нас тут огромный. Каких годов, интересно. От велосипеда на код. Вот у нас тут ступы классные. Из дерева вырезали. Сколько их тут? Раз, два, три, пять. Пять штук. На бомбу похоже. У меня в коллекции есть такие. Так, что у нас здесь? Чугунки. Тоже от печки что-то. Чугунков, конечно, тут море. Чан огромный. А вот интересные створки от печек. Огромные просто. С рисунком. Тоже в земле были найдены, скорее всего. А вот большая коллекция рельс. Рельсы подписанные. Всякие с буковками там. Старинные. Сейчас вам еще покажу. Скорее всего, тоже с названием рельсы. Вот интересные рельсы. Белосельского. 1889 год. Здесь 1881 год. Вот такие маленькие раньше рельсы были. Кувшинчик прикольный, малюсенький. Ну что, друзья, приобрел я вот такой кувшинчик. Коллекцию старинный, прикольный, красивый. Ну и тут статуэтку, которая разбилась, тоже пришлось купить. Так что вот такой у нас веселенький репортаж был. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это красивое, интересное место. Честно сказать, я здесь был первый раз 15 лет назад у своего знакомого. Именно он меня заразил старыми вещами, и после увиденного здесь мне захотелось открыть свой музей. Свой музей я вам показал примерно неделю назад. Тоже начал собирать старые вещи, покупать. И вот здесь я бываю часто, смотрю, заряжаюсь энергией, что-то бывает, что покупаю к себе в коллекцию. Вот. Если вам понравился ролик, обязательно напишите об этом. И я вам покажу еще много чего здесь интересного, потому что здесь еще очень много можно снимать. Вторую серию, третью можно серию, вот, например, вот такое помещение здесь есть. Здесь еще 1000 старых предметов. Здесь можно смотреть, смотреть и смотреть. Здесь просто глаза разбегаются от увиденного. Просто невероятные предметы старины тут. Не знаю, как попадаешь в прошлое просто. Я всегда в шоке. Так что более подробно я вам покажу во второй серии. Но для этого вы должны просто видео залайкать и
написать какие-нибудь комментарии, что вам интересно будет смотреть продолжение. Ну а я поехал дальше снимать еще интересные места для вас, для моих любимых подписчиков. До новых встреч. Пока.